Вопросы построения успешной карьеры и возможности дальнейшего профессионального роста больше всего волнуют студентов. Поэтому встреча с представителями ангарской нефтехимической компании была как нельзя кстати. В течение 2 дней молодые люди знакомились с предприятием и его насыщенной деятельностью. Студенты на сегодняшний день, наверное, для всех предприятий – это самый надежный, наверное, наш ресурс кадровый, да, на наше будущее, наша перспектива, наше развитие. Для нас важны студенты как высшего учебного заведения, так и средних профессиональных учебных заведений. Для юношей и девушек провели так называемую встречу без галстуков. Там молодым людям рассказали о привилегиях работы в компании, дополнив презентацию показом видеоролика. Руководители подробно описали процесс адаптации нового сотрудника на предприятии и его вовлечение в рабочий процесс. Не забыли упомянуть о важном – социальных гарантиях и различных льготах, которыми пользуются сотрудники АНХК. На десерт оставили разностороннюю культурно-спортивную жизнь, которая на предприятии буквально бьет ключом. Позже студенты смогли задать интересующие их вопросы. Вот уж когда точка кипения стала по-настоящему оживленной, оправдывая свое название. Спрашивали про размеры зарплаты и про перспективы прохождения практики для студентов разных направлений. А некоторые даже получили подарки за активное участие в онлайн-викторине. Во-первых, это перспектива роста. Ведь каждому студенту, в принципе, приятна мысль о том, что после учебы он сразу же устраивается на работу, а тем более попасть вот как химической технологии студенту, сразу же попасть в Роснефть, это очень классно. И в будущем ждет большой карьерный рост. После 2 насыщенных дней, окрыленные новыми возможностями и заряженные на продуктивную работу студенты уже наметили себе планы на будущее. Без преувеличений можно сказать, что у ребят оно будет светлым. Элина Сабенникова, Константин Синицын. Новости сейчас.